Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем арбитражного суда Чувашской республики Олегом Бойко. Напомню, он был назначен на эту должность в октябре. С начала года в арбитражный суд поступило около 10 тысяч исков и заявлений. Это на 800 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильно увеличились у нас дела, связанные с взысканием задолженности за потребленную электроэнергию, тепловую энергию, водоотведение и так далее. Это в сфере жилищного коммунального хозяйства? Да, в сфере жилищного коммунального хозяйства. То есть это сразу говорит о том, что проблемы определенные в этой сфере есть. Увеличилось и количество исков о признании банкротами. Уже около 360. Глава Чувашии заметил, оперативно обмениваться информацией, чтобы принимать своевременные меры, необходимо. Экономическая ситуация непростая. Понятно, споров все больше между хозяйственными субъектами, между налогоплательщиками и налоговой службой. По разным заявлениям, письмам в мой адрес обращаются. И с этой точки зрения нам очень важно, конечно, владеть оперативной информацией, где нужно управлять в ручном режиме, мы управляем.